Бой готов! Бой готов! Огонь! Все на позиции! Нас воинское братство сплотило. Подготовка проходит у нас должным образом, то есть опытные инструктора с боевым опытом, как бы с этим все нормально, проблем нет. Учат. Отлично, что учат. Опытные ребята, и уровень подготовки действительно хороший, потому что инструктора уже с боевым опытом. Да, тяжеловато, потому что, во-первых, очень плохая видимость, то есть, ну, тяжело найти мишень, ну, намного тяжелее, чем днем дается, как бы. Ну, сегодня, вот, как бы сказать, первый раз у нас такое, чтобы вот прям вот с пушки ночью, то есть, поэтому, ну, я думаю, с опытными инструкторами мы, ну, обучимся этому делу, то есть, так как и будем стрелять ночью, ну, так же, как днем, ну, хорошо. Да, приходилось, ну, там были уже, так сказать, очень сильно подготовленные полигоны, освещение было куда проще. Здесь это, то есть, ну как-то приближено к боевым условиям, и здесь это намного сложнее дается.